Всем огромный привет! Нас на канале уже не было целых 4 дня, и знаете, наверное, это какая-то осенняя депрессия. Я знаю многих здесь людей, и у всех началась какая-то депрессия. Все сидят дома, никуда не хотят идти, не хотят ничего делать, и просто это, наверное, даже в Таиланде есть такое осеннее обострение. Есть один повод, который все-таки вытащил нас из этого состояния, за что мы очень благодарны. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. И Виталий со своей дочкой Офелией получили наш подарок из Таиланда и все это записали на камеру и выслали нам. Вы не представляете, сколько эмоций мы испытали, когда мы узнали о том, что это видео наконец-то нам уже вот-вот придет, что они его засняли, что они это старались для нас сделать. Конечно, мы тогда, когда нам это писали, мы были не дома, мы были заняты, и мы очень хотели быстро приехать домой, чтобы уже наконец посмотреть это видео. И сейчас мы вместе с вами его посмотрим, и я надеюсь, что вы получите такие же эмоции, как и мы, потому что мы были безумно счастливы, безумно рады получить такое видео. Это и есть отдача от зрителя. Прежде чем мы начнем просмотр, я хочу порадовать всех наших зрителей, кто участвовал в конкурсе, но не получил призов, что конкурс у нас уже скоро совсем будет. И я даже скажу, когда на нашем канале стукнет 1001 подписчик. И все зависит только от вас, от вашей активности. Так что, если вы еще не подписаны на наш канал, но вам будет интересно поучаствовать, и в первую очередь интересно, конечно же, мы, то обязательно нажимайте подписаться на канал, ставьте лайки, комментируйте, будьте активны. Ведь ваша отдача – это наша награда. Нам очень приятно, когда вы пишете комментарии, и порой они бывают не очень лестные, но в любом случае даже те нелестные комментарии делают нас намного сильнее, хочется еще больше чего-то нового придумывать, чего-то снимать. Но, к сожалению, сейчас, как я уже сказала, осень, немножко депрессии, мы никуда толком из дома не выходим, а точнее выходим мы только за едой. Поэтому пока видео у нас приостановились, но у меня есть тетрадка, в которой уже очень много идей. Торжественно клянусь, с завтрашнего дня, именно с завтрашнего дня я начну записывать все свои идеи именно на камеру, чтобы они у меня были, чтобы вы не ждали столько, так много времени. Так что вот такая у нас информация по конкурсу. Принимайте участие, подписывайтесь на наш канал и следите, чтобы не пропустить следующий конкурс. Давайте начинать просмотр, я уже хочу его заново посмотреть и надеюсь, что вам оно очень сильно понравится. Папа, она беленькая. Получила? Так что это такое? Идем? Я даже не знаю, что в коробке. А что там в коробке? Я даже не знаю. А что может быть? А что такая большая коробка у тебя? У меня маленький пакетик. Здравствуйте, Максим и Кристина. Мы получили вашу посылку. Сейчас девчонки уже с нетерпением ждут и хотят открыть посылку, поэтому не будем тянуть время. Сейчас мы посмотрим, что там в посылке. Папа, я открою посылочку? Открывай. Бери ножницы. Отрежула? Офель, я могу... Хочешь, я сама отрежу? Такая. Зато крепкая. Такой, плохо зарезал. Бантик. Тут много бантиков, поэтому. Чик. Ой. Чик. Кукла. Там Барби. Что это такое? Ты что, смотрите, это же крылья. Офеля. Что такое-то? Давай показывай всем скорей. Сейчас открою. Папа, смотри. Офель, он снимает. Давай. Это что такое? Мне только документы пришли. Посмотрите. Пап, мне еще там
Ух ты! Ой, прости. Это кто-то, наверное, перепутал. Или это тебе? Мне. Сейчас посмотрим, что в документе написано. Ух ты! Еще пакет такой, табличка. Ой, еще одна табличка. Ой. Вот этот я мультик знаю. У дяди Степи есть. У дяди Степи. Ой, еще такое. Аккуратнее выкладывай. Опять там что-то в конце. Это куда столько шоколадок, а? Я не понимаю. Что-то интересное. Бимандер! Где? Синенький. Что там? А это что? Я сама. Опять там что-то внутри. Давай посмотрим. Это что такое? Сейчас, папа. Что это такое? Сумочка? Ну, наверное, сумка. А сумка! Для... А для чего? Наверное, для сладостей? Наверное. Сумка для сладостей? Ничего нету. Смотри, папа. Угу. Смотри, сколько шоколад. Это кто тебе прислал столько шоколадок? Ты не знаешь. И не знаешь? Ну, теперь. Теперь нужно прочитать, кто это прислал. Да. Знаешь, что написано в документах? В документе написано. Смотри, какая картинка. Да. В открытке написано. Из Таиланда, с любовью, везде хорошо, приятного аппетита. Это с канала «Везде хорошо». Приятного аппетита? Да. И зачем мне много шоколад кушать? Зубы будут болеть у меня. Наверное, будут зубы болеть, поэтому будешь кушать по чуть-чуть. Вот такое видео у нас получилось, Кристин и Максим. Это как видео, прямо. Как весь видео. Так вот мы открыли посылку. К сожалению, не стали снимать, как получали ее на почту. На почте, вернее. На почте было очень много народу. Ну и сама почта у нас не такая красивая, как у вас в Таиланде. Вот. Но мы с утра, уже дочь уже знала с утра, что ей пришла посылка. Вот. И с утра она меня... все время дергало, пошли скорее получать. Вот сходили мы на почту, погода у нас очень испортилась. Мы хотели записать это видео на улице, на природе, на заднем дворе. Но, к сожалению, у нас последние два дня стало очень холодно. И у нас дождь на улице. Спасибо вам огромное. Было приятно получить такой подарок. А вам? Да. Что нужно сказать? Спасибо. Спасибо? Да. Подарок понравился? Да. Смотри, вот. Аж все не помещается тебе. Вот. Максим и Кристина, спасибо огромное. Очень приятно получить этот подарок. Очень.
Было очень волнительно смотреть, когда вы отправляли это все, упаковывали, отправляли, очень волнительно. И также волнительно получали сегодня его на почту, видели бы, с какими глазами она стояла с этой коробкой. Когда выходила с машины, она сказала, говорит, я сама, ты вот возьми пони, понеси пони, а я возьму посылку. Да? Ну что, пошлите пить чай? С шоколадкой? Нет, папа, я еще киндер закрыл. Ложи киндер и пошли пить чай. Открыть хочу. А, открыть уже хочешь? Вот такое видео получилось. Мне, я не знаю, мне это настолько заряд эмоций был, что мы с Максимом сидели, мы улыбались, и мы понимали то, что все эти просмотры, лайки, подписки, они не так важны, как важны ваши реальные эмоции, которые мы реально видим, которые мы можем посмотреть. Я даже писала Виталию, я говорю, Виталий, у меня складывается ощущение, что мы смотрим ваш канал, и как будто в вашем канале мы увидели себя. Это было просто невероятно приятно. Я не знаю, наверное, каждый бы хотел получить такую же отдачу, и я очень благодарна за то, что вы принимаете участие в нашей жизни. В скором времени появится видео как раз-таки о второй посылке, которая летела во Владивосток, и она сегодня уже пришла туда. Но, к сожалению, Сабина, которая выиграла, сейчас находится в больнице, поэтому давайте все ей пожелаем скорейшего выздоровления. Я думаю, что ей будет это очень приятно. Сабина, мы тоже желаем вам очень крепкого здоровья. У вас недавно был день рождения, с чем мы вас и поздравляем. Я вам уже писала об этом ВКонтакте. Так что будем ждать, как только Сабина выздоровеет, мы получим и от них видео тоже. Мы вообще не ожидали, что мы получим хоть какое-то видео. Поэтому это круто. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами, что вы у нас такие крутые, что вы поддерживаете нас, что вы не бросаете нас, что даже в самом обычном видео, в котором нет ничего интересного, вы находите что-то для себя. И это очень приятно, значит, мы делаем все правильно, значит, вам все нравится. Но мы выходим из осенней депрессии, начинаем усиленно снимать видео, поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим только до встречи. Всем пока-пока!